Теперь мы поговорим о гражданах, о жителях. Я много раз бывал в Жуковском. Я, в принципе, с уважением отношусь к жителям Жуковского. Считаю, действительно, это столицей нашей авиационной промышленности, конструкторской мысли и так далее. Но давайте говорить откровенно. Вот звание наукограда, звание города ученых, конструкторов, инженеров, мыслителей Жуковский не оправдал. 62% граждан, жителей города не пришли на избирательные участки. Это они позволили мобилизовать электорат власти и ей победить. Это их равнодушие позволило в очередной раз отдать город в ту команду «Единой России», которая уже дербанила и область, и многие другие города. Именно эта команда причастна к крупнейшим коррупционным скандалам, к хищениям многомиллиардным типа бывшего министра финансов и первого вице-губернатора Кузнецова. Они причастны к тому, что десятки мэров, начальников управления и прочих чиновников арестованы, задержаны за взятки и сняты с своих должностей. Это та команда «Единой России», которая территориально расчленила Подмосковье. И сегодня Подмосковье, извините, уже не целостный объект, а с большим куском, который будет застраиваться московскими компаниями. Эта команда сделала. И люди, которые не пришли на избирательные участки, действовали абсолютно так же, как жители глухой какой-то провинции в Сибири или там где-нибудь на юге. Им было по барабану. Я хочу только обратиться и сказать жителям Жуковского, во-первых, не оправдали звание наукограда, совершенно очевидно. Обращаюсь именно к тем, кто остался равнодушным, не к тем, кто моим сторонникам, не тем, кто проявил гражданскую позицию, не тем, кто пришел на избирательный участок, а всем остальным. Именно благодаря их равнодушию возможно вот то, что произошло в городе Жуковском, который кичился своей оппозиционностью, кичился своим высоким интеллектуальным потенциалом. Нет этого ничего. К сожалению, что Урюпинск, что какая-то глухая сибирская провинция, что Жуковский голосовали точно так же. И не надо после этого надувать щеки. Я бы хотел, завершая свою реплику, я бы очень хотел, может быть, через моих коллег, депутатов Госдумы, внести один закон в Государственную Думу о запрете жаловаться. Вот запретить всем тем, кто не посещает избирательные участки, кто голосует за власть, запретить им жаловаться вообще. Потому что нехрен и жаловаться на свои дела. Нехрен и жаловаться на ту позицию, которая потом материализуется во всех тех бедах и страданиях, которые присущи нашей стране. Нечего жаловаться. Жалуйтесь. Я бы ограничил сферу жалоб следующим кругом. Семья, подъезд, родственники, друзья. Все. Никаких приемных президента, никаких приемных губернатора, ни прокуратуры, ни МВД, никаких иных там инстанций. Все, ребята, вы выбрали власть, вы выбрали свой образ жизни. Вам по барабану все. Вот и сидите. И вот черпайте то, что вы заварили. Поэтому мне кажется, что вот этот был закон совершенно справедлив по отношению как минимум к 62% жителей Жуковского. Вот я бы запретил им жаловаться вообще. И тем, кто избрал партию власти. Вот, пожалуйста, у вас есть партия власти, и вот она пусть все вопросы вам решает. Нечего жаловаться. Потому что вы сами заслуживаете своего правительства, вы сами заслуживаете свою городскую власть. Вы сами заслужите своих депутатов, вы сами заслужите ту жизнь, которая у нас есть. Вот это тоже печальный, грустный вывод. И хочу поблагодарить всех моих сторонников, всех людей, которые поддержали гражданскую позицию, подчеркиваю, не платформу, а позицию. Я думаю, что борьба у нас впереди, что мы обязательно победим, что мы обязательно добьемся успехов. И надо просто сплачивать ряды, не обращая внимания ни на продажные наши партийные верхушки, не отрехлевшую политическую элиту, которую уже давно пора менять. Мы должны привести к власти новые силы, которые поведут Россию вперед, а не будут ввергать ее из застоя в кризис. Вот это главный вывод из этих выборов.